Здравствуйте, уважаемые подписчики канала клуба «Конный манеж». Сегодня мы с вами находимся в нашем клубе на Леваде. Немножко месим снег с водой, потому что у нас в Киеве сейчас оттепель. Вот. Но это не мешает нашим тренировкам. Наши настойчивые ученицы Вера и Мария сейчас с нами. Вера отрабатывает учебную рысь самостоятельно. А Мария пришла немножко позже, и поэтому мы занимаемся сейчас на корде и отрабатываем уверенную посадку. Занятия проходят без повода, поскольку всадник должен научиться держаться в седле с помощью равновесия и шлюза. Шлюз – это ноги внутри до колена от бедра. И сейчас будем делать упражнения. Наклоны вперед к ушам и наклоны назад, которые будут помогать добиваться нашей цели. Укрепление корпуса, равновесия и доверие к лошади, глубокой посадки в седле. Так что посмотрите, как мы будем это делать. Да, еще хотела сказать, что всадник едет в седле без стремян. Это тоже помогает глубокой посадке и укреплению мышц ног. Да, обратите внимание, что всадник должен стараться держать ноги в положении, в естественном положении для посадки всадника. То есть максимально стараться ноги оставлять внизу. То есть при всем при этом всадник должен следить за тем, чтобы ноги не отводились ни вперед, ни назад при наклонах. А, хорошо. Также эти упражнения могут заменить вам тренировку в спортивном зале. Это называется еще конным фитнесом. Так что, если у вас есть желание позаниматься на природе, пообщаться с живыми животными, с лошадьми, то добро пожаловать к нам в клуб. Здесь можно сжечь калории, получить адреналин и массу удовольствия. На этом мы завершаем нашу трансляцию. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и приходите к нам на занятия. Хорошего вам всем дня!